вина. А сын мой увидел, что я пьянствую там, ну, рыбак я здесь. И он говорит, папа, давай придумаем тебе работу. И когда вот это отделилось, да, он заработал в Москве денежку, был машиной, дал мне 10 тысяч долларов, вот. Это у меня клоновые сорта. А что за сорт? Мерло и как, вот это кабарне, та часть мерло полгектара. Да, и клоновые, европейские, да. Я когда после такой гуляночки, да, на поле, смотрю, мне плохо. Ну не, Василий Владимирович, завязывай с этим делом, давай работай. И все, начали работать, хорошо. Я рад за вас. Давайте, да. Спасибо, Бог в помощи. Хорошего урожая желаем в этом году. Не, в прошлом году хорошего, да. Я тоже взял. 11 тонн с этого. Но он должен давать где-то 17-18, если он на поливе, вот эти клоновые. А без здесь полива нет? Нету, ну... уже все, ему вот 15 лет уже так уже работает. Корень, не, почему? Можно, в принципе, можно. Да, полив поставить. Ну, капельный, знаете. Да, ну, да. Это денежку, инвестиции нужно, спонсора искать. Красиво, молодцы. Удачи вам. Да, вам.